мы были. Угу. А это где олень ходил, да? Да, да. Их двое. Да. Слушай, они так застывают, как будто на картине, да? Где мы фотографии делали? Это вилла Метеор, да? Да. А вот это сад, где Богемия. Вот это сад Богемия. Вот да, он. Да, 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 да. Да, да. Я выйду здесь, сфотографирую. А вот это прямо отсюда сделай туда, вот, Сереж. Куда? Вот, вот туда, вот на серое. На серое. Угу. Никого сейчас, да. Это вот значит мы на той точке, ну да. Здесь сейчас должно быть лыжники. Да. Вот это самая высокая, я думаю, точка. Все выше. Ну, вот там. Были в этом кафе? Нет, там. Нет, не были. Так, мы едем как-то. Цвет сказал, что это плохой кафе. Плохое, да. Что? Плохой этот. Думаю, вот же замок, в котором мы были. Да, да. Да, здесь мы были. Это русский хозяин. Сейчас мы на самой верхней точке. Вот этот сад Карканус. Угу. Слушай, а как этот отель, не помнишь, называется? Не помню, я сам хотел вспомнить. Краканус она называется, по-моему. Здесь мы остановились, по-моему. Или нет? Нет, мы остановились там, внутри, да, прям, да. Заехали в замок. О, фуникулёр идёт. Да, угу. Карканус он называется, там же еще мы, помнишь, терли ему живот на той стороне. Так, а вот это здание, ясно, это как в этом Марианских лазнях, это фуникулёр. Угу. Ну, наверное, это самое высокое, да? Да. Конечно. Ну, видно было, что uh-huh. Самое высокое. Темное, да? Прям как ряд. Ёлки. Одни.
что там какая-то загородка, во всяком случае. Ну, загородка, да, и рельсы лежат. Да? А мы сейчас туда подъедем. Вообще непонятно, наверное. Там мостик. Сейчас мы туда подъедем. Поворот делаем туда. Или не туда? А не туда, а правда. Дайте обсосать. Через 60 метров поверните направо. Вот мы куда едем. Вечер, как всегда. Угу. А прамень налево. Поверните направо. Еще поболее. Ну, не более, но так красиво. Бечев. Угу. От тепло. Красиво. Сейчас. Да не, ну будет. Ну, все время красиво. Красиво. Здесь мы не спускаемся. Мне кажется, вот да, это гольф-поле. Мы с той стороны были этого поля. Mm-hmm. Вот это длинное участок, я помню. А вот там, наверное, написано сейчас. По-моему, Royal Golf Club называется. Вот гольф написано. Где? Вот с той стороны. Сейчас чуть-чуть проедешь вперед, и будет красивый вид. Вот это. Гольф. Вот это? Угу. О, да, действительно. Парк отель называется. Парк отель Гольф. Пять звезд. Пять? Это отель, а там парк отель. Это 4 звезды. А там тоже 4, парк отель, тоже 4. 4, да? Да, 4. Одна лишняя. А это отель Морис. Морис. Угу. Они, наверное, готовятся к выходным, пусть играть будут. Возможно. Погода хорошая. Улыбнись хотя бы.
гольф. И все под названием гольф. Через 150 метров поверните налево.